Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 26 мамыр, 26 май 2024 год. Қазір мен Кеген ауданында жүрмін. Бұл Алматы облысы. Бүгін баратын жеріміз ол Көкпияз деген ауыл, Шырғанақ ауылдық округіне қарайтын кішігірім ауыл. Небольшой населенный пункт сегодня посетимый, он называется Көкпияз, находится буквально недалеко, точнее вблизи аула Шырғанақ. Көкпияз ауылы, село в Кигенском районе Алматинской области, входит в состав Шырғанақского сельского округа. Вот, история, ух ты, смотрите, прежнее название Кигенский. На картах Google я видел отметку Кигенский, но он был отмечен над Шырғанақ. Видимо, это Көкпияз раньше был Кигенский. Вот, население 504 человека на 2009 год. Актуальных данных по населению пока что нет, получается. Так, ловит сотовая связь, Теле2 актив, и там показывает 4G связь. В целом, данный аул находится вблизи аула Шырғанақ, и, наверное, вышки из аула Шырғанақ как бы бьют и сюда, потому что в Шырғанақ тоже хорошая связь. Ну что ж, давайте заедем. Көкпияз аулы, вот здесь с правой стороны знак. Также с правой стороны вот такая дорога уходит направо, каменистая, неасфальтированная. И буквально, как начинается Көкпияз аулы, заканчивается асфальт от аула Шырғанақ. Вот. Разбеков көшесі. Но здесь вроде как тоже есть асфальт. Видите? Просто почему-то сверху асфальта очень много вот этих мелких камней почему-то. Но это вроде точно асфальт. Есть дорожное освещение. Здесь вот дома начались. С правой стороны дома, деревья растут. Сейчас поднимается ветер и, кажется, погода портится. А, теперь я понял, почему такой асфальт. Кажется, здесь слой асфальта срезали. Может, будут менять или не будут менять. Непонятно. Вот такие вот дома есть, заборы, все такие аккуратные, маленькие, прозрачные. Не знаю, есть ли здесь школа, и на других улицах тоже в целом вижу асфальт. На улице плюс 13. Вот тут вот слева есть Айельнор Дукене магазин. Не знаю, есть ли здесь своя школа, потому что административный центр округа находится прямо впритык. И, наверное, оттуда есть развозка. Так, здесь вот тоже дорога, но она не асфальтированная. Но будто бы ее подготовили под асфальт. Видите, она каменистая. А здесь, видать, на центральной улице раньше был асфальт. И его, походу, срезали. И, может быть, будут делать новый асфальт. Не знаю, когда, конечно, но... все возможно. Вот такой вот есть заброшенный дом. Вот такой есть холм. И тоже, видать, будут делать дорогу туда. Территория огорожена. Может быть, это местная школа или же медпункт. Есть водонапорная башня. А вот здесь есть асфальт, кстати говоря. Вот такая вот территория. Флаг висит. Аулдың мектебі. Местная школа. Аула Көкпияз. Также еще вон там есть вот такое здание. И вон водонапорная башня. Обычно вот так дома помечают лесхозы. Может быть, это тоже здание какого-нибудь лесхозяйства.
Здесь в конце аула есть какое-то предприятие. Видимо, держит крупнорогатый скот. А это и вправду лесхоз. ЕК Ашауарманшлага. Видимо, это филиал. Вот, и в целом здесь уже Кокпияз аула заканчивается. Вижу знак об окончании аула. И дальше дорога уходит. Вот такое вот предприятие, полностью огорожено забором. Видно, что крыша у них тоже как бы отремонтирована. Соответственно, она функционирует. Так как вот с правой стороны тоже, к примеру, есть здание, вон там, у него крыши нет. Радует, конечно, что эти, они не заброшены и как бы функционируют. И есть хозяйство. Обратно заехал в аул. Қазір ауылға қайта кірдім. Осы жерде бір жақсы жол болды, соған кіріп шығайын деп едім. Предлагаю заехать на эту асфальтированную дорогу. Просто интересно, почему она асфальтирована, а другие нет. Субеков көшесі. Так. Ну, классно, здесь тоже асфальт. Очень радует. Так, газовых труб не наблюдаю, соответственно, газа сюда еще не завели. Вот у всех огороды. И все же, я думаю, я прав в этом плане, что, видите, вот эта вот каменистая дорога делает заготовку под асфальт. Ну, обычно так делают. Вот, если бы не было бы каменистого, то там обычно была бы такая обычная дорога, вот просто полевая, так скажем. Видимо, не знаю, может быть, в этом году будут делать асфальт. По этой улице тоже есть освещение. Заборах здесь у них олени из металла сделаны. Сделал круг, получается. Ну что же, вот так вот посмотрели аул Кокпияз. Кстати говоря, если дословно переводить вроде как слово Кокпияз, то это будет как синий луг. Ну или иногда кок переводится не только как синий, еще и как зеленый, то быть может это зеленый лук. Может быть здесь в окрестностях растет зеленый лук. Кто его знает, да? Вот. Буду потихоньку, наверное, выезжать, поедем дальше смотреть. На въезде в аул проверил сотовую связь, теперь вот на выезде тоже. Посмотрел, и сотовая связь работает, сеть ловит, работает также 4G интернет. У меня без проблем загружает YouTube, соответственно можно подписаться на канал, поставить лайк и оставить какие-нибудь отзывы в комментариях под этим видео. Ну и конечно же не забываем делиться в социальных сетях ссылками на видео. И в группах, в чатах, в WhatsApp, Telegram и так далее. Спасибо, приятного просмотра.
Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.